Хвостатые старты. В минувшие выходные в областном центре прошли городские соревнования по аджилити. Полосу препятствий каждый четвероногий спортсмен должен преодолеть как можно быстрее и без ошибок. Пропуск снаряда или неверное выполнение упражнения, и команда теряет баллы. Именно команда, ведь хоть соревнуются братья наши меньшие, многое зависит и от человека. Это очень много времени занимает. Это спорт. Спорт собака, и тут надо тренироваться постоянно, в любую погоду, в любое время года. Ездить на соревнования, то есть фактически хочешь результатов, тренируйся постоянно, как в любом виде спорта. Опытные тренеры уверены, необучаемых собак нет, хотя важен, конечно, и темперамент хвостатого спортсмена. Пес должен быть активным, а его хозяин – терпеливым. Это обязательные составляющие успеха. Все зависит от характера, темперамента, ну и, как говорится, терпение должно быть. Тут ни в коем случае нельзя наказывать собачек, все на позитиве и на положительных эмоциях. Это может быть ласка, любимая игрушка или лакомство. Положительные эмоции у собак вместо допинга, и они разрешены. А для хозяев радость – любое достижение питомца. Это тот спорт, где проигравших нет. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.